R3 Fighting Championship. Da boshlang va Mosbet bilan chempion bo'ling. Mosbet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi kirganlarga 3 million so'm bonus. O'z hayotingizning muallifi bo'ling. Очень многих ждут. Do'stlar, kuchli bo'lganlarning главный кандидатларымыздан bittasi. Bugun qanday tayyor bo'lsinlar? Ну что, я думаю, давай развесим интригу. И красный угол от Драгона я приглашаю Санжара Курбанова! Санжару Курбанову 23 года. Это весовая категория до 66 килограммов. Его рост 1 метр 68 сантиметров. Одна победа в любителях, а вот в профбоях не все так гладко. Одна победа, два поражения. Thank you.
uchun hammaga. Men ismim Qurbon Sanjar, 1990-yil tug'ilganman. O'zbekistondan Surxondaryo viloyati Amirobod tumanida tug'ilganman. Yoshligimdan karate bo'yicha sport turiga qatnashganman. Shundan keyin O'zbekistonda ham yaxshi rezultatlar ko'rsatganman. Rossiyaga kelganman, Sankt-Peterburgga. Bu yerda ham любительский bo'ylarda qatnashganman, yaxshi rezultatlar ko'rsatganman. Hozirda Ertre Maximus gym zalida trenovka qilib kelyapman. Maksim aka hozirda yaxshi zuborlar o'tkazyapti. Hozir lapalar ishlab berib, yaxshi reaksiyalarga ishlayapmiz hozir. Hozirda ikki mahal trenovka qilyapmiz. Maksim akamga katta rahmat. Zalimizda 10 kishi ketyapmiz. Hammamiz yaxshi bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz. Qayerda bo'lmaylik, O'zbekistonni bayroqni yuksaklarga ko'tarishga harakat qilamiz. Sizlarning duolaringiz, hammalar qo'llab-quvvatlab turganlaringizga rahmat. Saperimga ham omad tilayman. Hammaga omad. Достан Аманбай. Город Джалалабад. Город Джалалабад. 18 лет всего это парни. Дебютирует на профессиональном стадионе. 13-0 любительский рекорд. Но при этом 13 побед в любительском ММА. И будет интересно посмотреть. Бой должен быть яркий, бескомпромиссный. Агрессивный ракет. Достана Манбаева. Харизматичный боец очень. 18 лет, дебютирует на спортивной арене. Достойно уважения. Полулегкий вес. Yurtdoshlar, men Dehqonov Azamat, Amanbayev Dostonning treneri bo'laman. Doston ukamiz bu turnirga yaxshi tayyorlangan. Biz Yekaterinburgdan prosta takka kelmadik. Xudo xohlasa perspektivni bayes, большой будущий. Men o'zim boksdan murabbiyman. Ukamiz ham kurash, ham boks. Universal yaxshi trenirovka qilgan. Xudo xohlasa hammalaringa chiroyli zrelishni bo'y pokazat qilamiz. Ishlaymiz. Тренировка қиламиз, здоровый образ жизнини танлаганмиз. Организаторларга раҳмат, бизга имконият бериётганига, Рустам акага, ҳаммаларига раҳмат. Соперникка ҳам удачи, пуз победительнейший. Мен ісімім Аманбаев Дастан, мен Кыргызстандан боламан. Яшлигімден бері спортта шугуланганман. 14 жашымда боксқа барганман, 2 жыл боксқа тренировкаганман. Көп победаларга эришип, кейін Россияга келдім. Россияда озгына спортқа кызыгышым бар еді, спорт залларын тапып. Блэккорд залда тренировка кыламан, тренерім Атаратмановский Сергей. Екіта тренерім бар, Даданханов Азамат. Соперникім бойларын көрдім. Яхши борец экан, күрештан болса күрештан күрешамиз, стойкадан болса стойкадан келамиз. Тайяргарлик яхши болду, Екатеринбургдан келдим. Худо хаоласа ютамиз иншааллах.
тренерлар билан яхши ишладик, тайёргарлик яхши бўлди, шерлар жангида худо ҳолоса яхши бой кўрсатиб. Худо ҳолоса Екатеринбургга ёриб юз билан қайтамиз, худо ҳолоса. Рустам Раҳмоновга раҳмат, организаторларга ҳам раҳмат, ота-ономга раҳмат, командамга раҳмат, акаларимга раҳмат, поддержка учун раҳмат ҳаммаларга. Худо ҳолоса сизларни поддержкалар билан биз ютамиз, худо ҳолоса, иншааллоҳ. На 10 сантиметров Дастан Аманбаев, киргизский боец, выше своего оппонента из Узбекистана. Я сейчас сниму обоих спортсменов. Внимательно слушаем моей команды, правила не нарушаем. Головой в голову не бьем, затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями и коленями в голову работаем только в стойке. Засевку пришедший шок. 30 секунд работаем сейчас. Покажите красивый бой. Пол-два. Очень-очень агрессивно настроили оба спортсмена. И обратим внимание, что несмотря на 18 лет, парень совсем молодой, но при этом он действует достаточно прагматично, не бросается в бой, не делает авантюрных каких-то движений. Очень собранный, хладнокровный, как настоящий профессионал. Главное то, что это дебют его. Хорошо сейчас перехватил удар. Было попадание в контр-атаке Дастана. И есть возможность взять на гильотину. Плотный захват. Уже не видно отсюда, получилось взять его захват. Не мог этот подбородок. Но нет, вы выходите из захвата Санжар Курбанов. Секунд до конца первого раунда. Хорошо реагирует сейчас Дастан. Накрывает своего оппонента, но пропускает в контратаке. Очень жесткие удары. Санжар наносит комбинацию. Отличный первый раунд у нас. И
мы сейчас видим на повторе. Жесткие удары пропустил и Дастан, и Санжар. Да. Классно вот здесь подсек, конечно, поймал ногу. Кыргызский спортсмен. И вот здесь было очень опасно. На повторе мы видели в контратаке. Санжар нанес несколько опасных ударов. Чистый попадание в первом раунде. Вообще классно было. Санжар Курбанов, Узбекистан, Дастан Аманбаев, Республика Кыргызстан. На встречу пропускает молодой боец из Кыргызстана. По-моему, зацепил его Курбанов. И опять пропускает кыргызский спортсмен. И у нас на комментаторской позиции вновь начинается перестрелка. Удается Санжару встать. А и вновь с левой. Зарубили спортсмена буквально. Санжар очень опасно атаковал. Целая пулеметная очередь была в его исполнении. Попал он несколько раз. И видно было, что только за счет молодости, здоровья, да, Санжар смог пережить эти удары. Нанес очень хороший урон, я думаю, ему. Разбил лицо немного. Были попадания. Очень агрессивно Санжар шел вперед. Наносил много ударов, комбинаций. И вынужден был отступать, пятиться Дастан. Полностью согласен с тобой, Игорь. Потому что за счет молодости, да, и здоровья своего вот эти пропущенные удары как-то выдерживает. Но более взрослый Дастан, да. Санжар более психологически устойчивый. Поэтому ему временами удается как бы переломать характер своего оппонента. Не всегда, но в отдельные эпизоды, в отдельные моменты ему это получается. Все-таки возраст дает о себе знать, когда мы говорим о бойцах, которым 18 лет, 17 лет. Юноша, да. Юноша. Юноша дерется против все-таки взрослого мужчины. Да. Хотя разница не такая уж и большая, всего 5 лет. Да. В предыдущих боях мы называли молодыми спортсменами людей, которым было 21, 22, 23. Но, конечно, 18 это только-только ставший совершеннолетний человек. Бросается в атаку сразу Дастан Аманбаев. Несмотря на пропущенные удары ранее в этом раунде. Да, и под занавес раунда переводит все-таки Санжар Курбанов Дастана Аманбаева. Thank you.
Оренгер разрешил нас плясать. Пляски Оренгер. Мне вообще показалось, то, что это было похоже сейчас на лезгинку. На лезгинку? Ну да, почему? Техника вот ног, она была похожа на лезгинку. То, что кавказская ковырялочка. Третий раунд и последняя возможность для бойцов подтвердить свои амбиции на победу в этом бою. Пропускает Дастан, да. Санжара Курбанова хорошо поставлены эти проходы, он достаточно уверенно делает этот технический элемент, но вот дальше развития, да, развития нет, и легко Дастан накрывает, и на этом атака заканчивается. Открытийского спортсмена. Ну, вот устал Санжар, начинает сдавать позицию. Нет, попадает хорошо с правой на встречу, опять возьми. Двойка с Дастана пришла в защиту Курбанова. Опять проходит в ноги. Без особого развития атаки. Что, учитывая эти правила, спортсмены уже к середине турнира уже как-то, мне кажется, приноровились к ним, и просто не до отдыхания. Знаешь, 30 секунд у них есть. С одной стороны, 30 секунд вполне достаточно для того, чтобы хорошо подготовленному грэпплеру завершить и провести какое-то техническое действие, либо болевое, либо удушающее, с одной стороны. То, что мы, в принципе, уже не один раз видели на этом турнире. Да. С другой стороны, борьба, конечно же, очень много сил отнимает. И уже к концу боя мы видим, что заканчивается третий раунд. Вполне логично, что бойцы используют вот эти переводы в партер исключительно для того, чтобы понижать и немного отдохнуть. У нас тем временем закончится противостояние в полулегкой весовой категории. Ждем решения судей. Ну, по моим ощущениям, Санжар Курбанов победил. Меня не спрашивали, но такое ощущение не было. Ну что, дорогие друзья, у нас есть решение. У нас есть победитель. В этом бою победу одержит боец
честный бой на профессиональной арене. Но мы желаем ему удачи, успехов, стойкости и силы духа, чтобы он не опускал руки и двигался дальше к большим победам. Ну что, расскажи, весь план прошел? Кто тебе помогал в подготовке и кому хочешь передать привет? Алхамдулла. Ассаламу алейкум. Хамбайя, я поддержка Курбан Абдурахман. Привет, Ота. Максика, мы тренируем, Каттага Рахмат. Шунча бузы мехнатын кендіріп, шунча тайырлап. Максима, Катта Рахмат. Организация тоже, Ахмад Хаммаге. Яхманда Салмаге, Бумай Холдер. Победа Муга. Все, Хаман. Джона Джана Тубусу. Сухандара Бью, Алхамдулла. Аллаху Акбар. Она Джона Муга Хатта Рахмад. Она Джона Муга Хатта Рахмад. Акамга Хамма. Сухандара Шку. Здраво. Сапельник, кесак, сапельник, молодой. Я только Ахмад, от души, брат. Чола, реванш тоже будет. Да, чола, реванш будет. Ну, самое с кем Катта Рахмат. Вообще. Организация бомба, атмосфера четкий. Вообще. Дальше вообще. Сам то, один шаг остался. Иншалла. Ахмад. Гусла. Мен бу бойды көріп олашыға маза қылу ордым. Сүйді олмағанма шығып келдім шерге. Көн 8 ешілік, просто жүдайым зор ұшты. Көріп, рахатланып шығып келдім. Чистамы өз чистамынан, қысамдан падарек мошын бұратым ба. Вай екалас кем, бұрашон. Дальше харакат сән зор болады. Көн 8 еш, халық хайот переди, как говорится. Газуй дальше. Иншалла бұды бомба. Сізге Мұраджон Рахмат, сіз өзіміздің командасы, яғни Арслан Бұрандай. Сізден тәбрік тілеймін, жүдем зор ұшыңыз, жүдем шүрайлы боп бой көрсеттіңіз. Болыңыз. Харкет қыласыз дауысы, иншалла. Ну что? Юсқаша қадам қоям бізге көмектен өз, Арслан. Сіз чүкеліңіз.
играм, он звезды. Громче. Вот он. Арслан, Арслан. Он меня вызвал 70 килограмм. Я готов любой вариант. Я не хочу успех грансовать, не хочу. Давай, давай.
свои места. Со сцены все ушли. Кто сидит сейчас на переулке, слезьте. Ребята, я говорю, слезьте. Ребята, слезьте с этого. Займите все свои места. Ребята, со сцены уйдите все займите места. Займите все места, уйдите со сцены. Все со сцены уйдите. Все, агар. Ребята, со сцены уходим, либо занимаем свои места, либо уходим за шею. Агар, хамма, отырца, бой, болады! Хамма, отыр, ойла, джойлага, бой, болады! Отыр, ила, майла, джойлага. Ребята, убедительная просьба. Вы своим поведением портите репутацию организации. Понимаете? Если вы пришли сюда болеть за своего бойца, за своего кумира, пожалуйста, делайте это цивилизованно и нормально. Не ограничивайте возможности организации дальше продолжать и проводить турниры. Я вас призываю к порядку, пожалуйста. Чтобы потом не было вопросов, а почему наших бойцов не берут в разные организации. Мы не видели из-за этого, из-за такого поведения. Ама, джойга отырцем, боштаймыз. Джойга контролила, ильтимос. Из-за такого поведения многие бойцы не могут попасть в серьезную, хорошую организацию, понимаете? Поэтому я призываю еще раз всех соблюдать порядок. Ребята, представители милиции закрывают турнир через 5 минут. Я даю вам одну минуту, чтобы разойтись всем, сесть на места. Если нет, я согласен с вашим решением, закрывайте турнир. Бола, мы славчик, бля, все, турнир хоть пугает черги. Я хама джой готрады. Давай, хама джой готрады. Займите свои места, сядьте. Все, хама джой готрады. Все отойдите от клетки, займите свои места, пожалуйста. Турнир бой не пройдет. Все, сейчас начинаем. Друзья, уникальный случай из истории смешанных единоборств. Я бы даже сказал, что вот
вписан очередной прецедент какой-то. Я, если честно, такого не помню, чтобы сначала начался трэш-ток, выяснение отношений, завязалась драка. Это все обычно, так бывает. Но то, чтобы затем эта драка переросла бы в бой, вот прямо сейчас, прямо здесь бой бы произошел, я, если честно, такое вижу впервые. Ну что ж, тем хорош прямой эфир. Да. И мы находимся, наша комментаторская позиция в гуще событий, собственно, драка началась практически на перед нашей... нами, да. Да, перед нами, на нашей комментаторской позиции. Нас вновь спасла сетка октагона, что не вывалились все сюда. К сожалению, имен бойцов мы не знаем. Хочется верить, что не будет еще одного беспорядка здесь, но... Ну, судя по тому, что парень, который ближе к нам, он вызывал 66 килограмм, я думаю, что полулегковес, либо легковес. 50 тысяч тот, кто выиграет. 50 тысяч сходу разыгрывается в этом бою. Вот, 3 по 3. 3 по 3. Без партера, наверное, хотел сказать. Мне кажется, анонсер оговорился. Он сказал, без стойки. Но я думаю, что это без партера. То есть они сейчас просто зарубятся. Боец, который громко заявил о себе и добился этого боя, работаем, пока я не подниму. Но коленом локтем работаем только рукой. Засеку. Так, бойцы пожали руки и готовы начинать. Как я понял, бой будет проходить без борьбы. Слышали что-то Ислам и Арслан. Ислам я тоже слышал. Это боец из синего угла. А вот имя бойца из красного угла, к сожалению, мы не расслышали. Размен ударами. И вот начинается потихоньку настоящий бой. От разведки бойцы наконец-то перешли. Хороший бросок. Бросок через грудь был. И... Ман заходит боец из красного угла. И, по-моему, он настроен закончить этот бой. Прямо здесь и прямо сейчас. Что боец красного угла имитировал проходы в ноги, такое ощущение, что это сдача. Сдача, все. Вот так это закончилось. Вау. И буквально
буквально за 2 минуты боец с красного угла заработал 50 тысяч рублей. Настроен представитель синего угла. E'tiboringizga Sankt-Peterburg shahridagi R3 Maximus Gym yangi sport klubi ochilganligini ma'lum qilmoqchimiz. Murabbiylik vazifasida esa juda ham ko'plab shogirdlarni katta sport maydonlariga olib chiqqan mashhur jangchi Maksim Kuldashev. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin. Bizning manzil Yelizarovskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36-uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Sport sog'lik garovi.